Всем привет, с вами Алексей. Решил записать такое коротенькое видео, потому что ко мне часто обращаются партнеры с таким вопросом. После того, как деньги из бэк-офиса были выведены на карту, как их снять с карты? Перед тем, как пойти в банкомат с карточкой и снять свои заработанные деньги, нам нужно перевести эти деньги с транзитного счета. Видите, то есть деньги из бэк-офиса попадают сначала на транзитный счет. Теперь нам нужно их перевести на счет карточки и уже потом идти и снимать. Чтобы это сделать, нужно нажать следующую кнопку. Transfer Funds. Нажали. Перешли в окно Transfer Center. Нажимаем вот эту кнопочку. Нажимаем Transfer to Card. Здесь ставим галочку, что мы хотим перевести максимально, сколько есть. И нажимаем Continue. Уточняем. Нажимаем Confirm. И все, деньги с транзитного счета перешли на карту. Нажимаем Return to Transfer Center. Логаут, то есть выходим из кабинета. И можем идти и снимать свои деньги, честно заработанные в компании. Спасибо за просмотры, ставьте лайки. Надеюсь, вам это видео будет полезным. Всем спасибо, пока.